Всем здорово, ребят. Ну что, качаю я такой себе тут свою новую имбу на английском сервере. Докачиваю. Пишет мне Никитушка в телегу, посмотри на немку. Лучше бы я туда не заходил, потому что я, наверное, сильно очень бы матерился, если бы я сразу это записывал в эфир. Вроде отпустила немножко. Короче, насколько же они... Ну, я не знаю, вот сами придумайте это слово, а вот каким образом может один сервак отличаться от другого? Ну, даже не так. Наверное, битва замков — это единственная в мире игра, где есть куча серваков разных, ну, с разных стран, и на каждом разный донат, и такая вот, я не знаю, ну, вот просто градация плюх, ну просто какая-то нереальная, непонятная. Непонятно, к чему они привязываются, но... О, нифига себе, не хватило. Вообще, как можно так делать? Вот, если вы делаете этот остров, да, по сути, халява, ну, то есть остров, я не говорю уже за другие акции, хрен с ними. Вроде последнее время они начали делать одинаково. Нам всегда рассказывают, вот это все зависит от Китая, типа они определяют, какие где плюхи дают. Но судя по тому, что я последнее время вижу, наблюдаю, все зависит больше от локализаторов, а не от тех, кто разработчик. Разработчики дают просто версию, а локализаторы, так я надеюсь, нам хватит. Локализаторы уже дальше просто, нет, давайте больше. Делают все сами. То есть на некоторых серваках одно хорошо, на некоторых другое. Ну, скажем так, остров я считаю, что должен быть везде одинаковым. Ну, просто если уже у нас на русском сервере, где жопа, такое же, как и на английском, то какого хрена на немке сделали такую фигню? Сейчас мы зайдем, я вам просто покажу, вы офигеете. Немка просто, ну, удивляет все больше и больше. Так, что я делал? А, я должен был докачать. В общем, ждите теста, я сделаю вам тестик на максималке. Это имбы, сам посмотрю. Ну, без прокачки, без прорыва герой был просто имбалансный. Уже есть. Не было, а есть. С 30-м прорывом я, честно говоря, сейчас мы посмотрим. Я зайду, вам просто покажу вкратце, что у нас будет. А потом сделаю хороший такой обзорчик. Так, поехали на немку. Немецкий сервер. Просто божит. Так, это у нас накопление. Вот накопление здесь, кстати, сразу дают четвертую карту. За минималку уже не первый раз. Также дают за большой пак 30 осколков. Ну, тоже вроде круто, как и на английском сервере. Классно все. Смотрите дальше. Минимальный донат. Просто вот минимальный донат, сразу же три карты. То есть больше, чем здесь, карт нигде не продавали еще. Также большая карта. Сори, ребят. Также большая карта с новыми героями. Уже не первый раз. Накопление. Сумка Огника. 1100 самоцветов. Сумка розы. Правда, первая, но тоже неплохо. Дальше. Дальше полная жесть, честно скажу. Бард здесь, ну, реально что-то, я не знаю, что они загнули. И пыльца здесь очень дорого получается. Наверное, из-за этого у них настолько имбалансные, вот посмотрите, карты, настолько имбалансный получился парящий остров. Это просто пипец. Я, честно говоря, зашел. Во-первых, я ничего не делал. С бесплатки, ребят. Это просто с бесплатки я сразу же вытащил один осколок. Вон там его видно. Один осколок, ребят, с бесплатки сразу же. Ну, я таким темпом здесь скоро, наверное, быстрее соберу ее, нежели на других. Но это не все. Смотрите внимательно сюда. Что можно сказать? Ну, красавчики, вот просто красавчики. Да, плюх много, но, блин,
Во-первых, по два осколка X2 увеличено. Я не знаю, как здесь, ну, здесь с пыльцой, судя по всему, печально все, потому что, ну, такие цены, они, видимо, не особо ее раздают. Но здесь есть все герои донатные, которые были. Бард, ну, конечно, по одному осколку. Я не знаю, почему так мало. Сделайте по 5, блин, ну, вам что, впадло? Они все равно хрен выпадут. И также здесь вот на лисичку сумку дают. Тоже прикольно. Новый герой 15-20 даже можно словить. Я не знаю, какой шанс, но даже если так взять, то вам надо, по сути, 3000 пыльцы. Вот сюда, не 6000, как у нас, а 3. 3-3,5, кому как повезет, но плюс рынка можно еще дособирать. Но вот это вот, конечно, круто. Что я могу сказать, вот реально плюс. Конечно, расходников дофига, я больше чем уверен, что здесь тоже сложно его ловить. Но здесь есть все остальные герои, сохранились. Почему не сделать вот IGG, почему не сделать вот даже если вот в таком вот виде идеальный остров, вот как он есть, действительно он классный, сделать просто вместо одного по 5. Но если повезет, то повезет, сразу 5, а не один осколок. Я имею в виду для бездоната. Но как видите, самое интересное, чем мне немка нравится, здесь реально плюхи падают. Здесь был зефир, когда его нигде не было. И я вот так, я мимолетно захожу иногда, немножко уже пособирал. Мэри, 16 осколков. Дуэлянт, обушка. Вот, 29 осколков зефира. Я сюда практически, ну, когда вот никогда не было, было у нас время, поубрали его с острова. Здесь он был там 1 или 5, по-моему, было. 1 и 5. Или 1 и 2 было. И стабильно всегда здесь зефир падает. Не знаю, как так. Плюх тоже очень много других было, но вот каким-то образом, как вот сейчас у нас произошло, я просто на немке каким-то чудом словил сразу же первый осколок. Ну, совпадение, ну не знаю, не думаю. Пишите, у кого на немке еще сегодня упал хотя бы один осколок. Поехали, поехали, поехали. Что-то я не туда зашел. На английский сервер забежим в рейд. Хочу посмотреть, что я там накачал. И после немки нас на английский уже не хотят пускать. Так. Ну что, посмотрим статки какие. Я уже потом запилю вам хороший обзорчик. Так, статы. Атаки не так уж и много. 38, но это скорее всего из-за того, что у нас эмблема тут стоит. Такая, если мы сделаем топовую эмблему, например, пакт. Она, конечно, сливаться будет жестко. 7-7. Давайте ей кого еще поставим такого интересного. Чтобы дамаг так просто... Ух, нет, давайте поставим так, чтобы уклонение было. Вот 16 точности, 10 тысяч уклонений относительно. А, я еще даже не докачал 14 скилл. Потом займемся. Идем просто посмотрим в рейде. 30-й прорыв уже. Она, возможно, будет разлетаться, как и все остальные. Да, видите, вот просто слилась на изи. Потому что пакт у нее дефа нет. Уклонения тоже, по сути, нет. Но это такая сборка, которая, ну, чисто для PvP локаций, где пачки героев. Так, как это мне вытащить? Убрать космо. И попробовать зацепить. Не, все-таки не убрали на космо. Видите, с пактом. Ну, Фрея просто ушла. Фреи не стало. С пактом она очень по дефу проседает. Надо ставить ей здесь плюс суперсила. Я не знаю, хочу пока потестировать ее в атаке на сборку. Посмотреть на дамаги. Я потом уже переделаю вам. Сделаю немножко другую сборку на деф. Ну а так, я не знаю, герой просто бомбический. Я показывал уже его против других героев без прорыва. Ну, мы докачаем до максималки и потестируем обязательно. Особенно скилл офигенный. Скилл мне вообще нравится. Конечно, минуса, как видите, вот сейчас Мэри, наверное, ушатает нафиг. Может, нет, сейчас посмотрим. Посмотрите, как блокирует.
Вот минуса то, что когда много целей, она бьет юнитов в ближайшие цели. То есть Мэри в данном случае будет намного круче, она ее сольет, пока это будет дамажить. Вот вам показатель. Но это такое. До этого мы дойдем, я еще покажу ее, прокачаю так, как надо, потому что сборка у нас чисто атакующая, и деф у нас уходит просто в минус, а такая сборка на сегодня, она не особо актуальна на PvP локации. С огненкой я показал разницу, посмотрите предыдущий видос, там огненка плюс ПДшка, просто конфета. Все, ждите новое видео, всем удачи, всем пока.